Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Эти штуки тебе не помогут. Дело прям. Да уж. Эй, у меня личико не поцарапалось? Да какая разница? Меньше выёживаться будешь. Я не виноват в том, что я такой красавчик. Это мое проклятие. Блин, лучше б ты давно сдох. Ну, это, в общем... Че? Это типа скрытое оружие? Откуда оно вообще? Это какой-то особенный металл? Из чего это сделано? Если ты можешь управляться с клинком одной рукой, то, наверное, материал легкий. Какой-то особый сплав? Нет, углеродистая сталь. Или, может быть... Что? Да ведь все мечи делают из металла. Может, тут содержание углерода другое? Похоже на нержавейку. Тут у нас, кажись, еще кто-то, да? Это звук. Это Вира Годжо. Я чувствую его присутствие. На это не все. Ты о чем? Ну, чего? Там есть еще кто-то, кроме Годжо, что-то очень странное. Отвечай! Что ты там почувствовал? Я не смогу это объяснить, если будешь подгонять! Я же сказал что-то странное, успокойся! Успокоиться? Ты что, совсем охренел? Я тебе что, подружка, что ли? Да сейчас, блин! Как же он достал! Хорош выделываться! Твою мать! Не могу дышать, блин! Тро! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Больно же! Перестань тянуть! Успокойся, все будет хорошо. Не ври мне! Врачи в больнице всегда так же говорят! Что здесь делает рука? Что происходит? То, о чем я вам пытался втолковать! Этот пидор хочет нас убить! Спасите нас! Повяжите его! Да уж. Ну и дилемма. Если то, что он говорит, правда, то получается, господин Энки... Если кто-то узнает, нам не только зарплату порежут. Побег заключенных — это плохо, но... Вы что, придурки? Решили меня слушаться? Да? Что же делать, Йорики? Нужно срочно что-то решить. Рука наш предшественника, эти ребята из другого корпуса. Они все были в заключении и сбежали. Задачка не из легких. Кого обезвредить сначала? Блин, ну и дебил! Соображай быстрее! В худшем случае ты можешь поймать нас и его, идиот! Что ж, решено! Сначала разделаемся с зэками из других корпусов! Да, согласен. А потом уж с остальными разберемся. Какие же вы дегенераты! Киджи здесь! А раньше сказать не мог? Ну, из-за сильных потоков воздуха и запаха пороха, я сразу этого и не заметил. Но теперь я его чую. Запах духов Киджи. Духи? Ты только сказал, а я уже его почувствовал. Еще и вперемешку с другими запахами. Мерзость.